Всем привет! И вы попали в мое логово под названием «Берлога королевы свегов», и сегодня вы узнаете, как проходит мой типичный вечер. Я снимала видео про мой день, про мое утро даже по несколько раз, а вот про вечер еще не сняла ни разу. Ну что за бесстыжая я, девчонка, так что давайте я буду исправляться, поэтому желаю всем приятного просмотра. Конечно же, вечером я еще не дома, а только на половине пути к своей мягкой и прекрасной кроватке. А вообще, если у вас возник вопрос, почему же я на улице, я могу легко ответить. Так как я очень часто бываю у каких-то репетиторов, гуляю с друзьями, снимаю где-то видео и так далее. Бывают, конечно, дни, когда мне не нужно вообще никуда, а это бывает довольно часто, но не сегодня. К примеру, сейчас я была у репетитора по математике, поэтому домой пришла максимально уставшая. Первым делом я, конечно же, переоделась в пижаму, потому что мне в ней удобно, и я сразу понимаю, что я дома и могу делать, что захочу. Ну ладно, не до такой степени, что захочу. Идемте на кухню, потому что там меня ждет очень классное дело. Берем чайник и происходит пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю как кофейку. Ладно, на самом деле я завариваю либо чай, либо делаю какао, потому что кофе я не люблю. Ты его даже не пробовала. Опять ты лезешь ко мне в видео, Хлоя. Я пришла к себе в комнату и сейчас буду делать всякую домашку, монтировать видео, смотреть влоги, залипать в телефоне. В общем, доделывать то, что не успела сделать в течение дня. Самое сложное это, наверное, монтаж, потому что на него всегда уходит очень много времени, поэтому с него и начну. Скалер. Это я пытаюсь что-то сделать. А, да блин, Хлоя, не смешно. А в комментариях все пишут, то, что смешно. Может, мне на канал свой снять видео мой вечер? Да хоть обзор на свой плакат с ФСБ сними, только не мешай мне, пожалуйста. Ладно, я уйду. Но скоро вернусь. Пока Хлоя ушла, я пользуюсь минутками тишины и рассказываю вам дальше о своем вечере. После таких жестоких битв моего мозга с домашним заданием я очень устаю и хочу, угадайте что? Правильно, кушать! Ты всегда хочешь кушать! Хлоя! Ща будет мастер-класс! А то, как спалить всю кухню. А, так, берем вот это и вот это, а еще вот это и вот это. Ну и, конечно же, нам пригодится посуда. Не волнуйтесь, все под контролем. Я посмотрела видео о том, как правильно это делается. Я точно не помню, как там сделали, но, по-моему, так, потом добавили так, теперь надо добавить это, вот так, теперь соль, и, походу, это опять был сахар. Ну, я не знаю, что нам еще для полного счастья нужно. Кетчуп идеально будет со всем этим сочетаться, просто идеально. Ой, планскам заскамили мамонты. Так, ладно, быстренько сейчас смоем. Так, там по рецепту в духовку надо, у меня духовки нет, поэтому кладу в посудомойку. Короче, предлагаю по приколу добавить яблоки, потому что я люблю яблоки, почему бы и нет. Пока это все запекается, я начинаю выбирать себе вилку, ложку, тарелку, чтобы все красиво разложить и скушать. Смотрите, я думаю взять либо эту тарелку, либо вот эту, но точно не знаю, потому что... Ну чё, опять что ли? Ребят, походу это уже традиция, так что давайте я сейчас поору как по старинке. Как вы поняли, с едой у меня не очень хорошо обстоят дела, поэтому я беру ноутбук и сажусь заказывать доставку всякой еды на дом. Я хочу картошку фри и какой-нибудь лимонад. А теперь, пока я жду свой заказ, я полазю на ютубе и поотвечаю на ваши комментарии. О, а вот и курьер, идемте его встречать. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Как вкусно, просто капец. Обжора!
Кстати, еще обычно перед сном я делаю всякие маски и вообще устраиваю салон красоты в ванной, но нет, сегодня мне лень, так что я просто иду спать или же смотреть фильм и залипать в телефон. Но сейчас я передам приветы некоторым людям, которые писали тайм-коды в комментариях под прошлым видео. Сразу говорю, я не смогу передать привет всем, потому что вас было очень много. Передаю привет Самире, Кате, Свит Токе, также передаю привет каналу Love, Наоми, Тане, Севаре, Полине, Амине, привет Лона Сей, Витали, Вера, Софт Бэби, Мари, Настя, еще одна Настя, Даша Тубер, Тока Инди, Magical Life Play, Милкшейк, Анонимка, Роксана, привет Влада, Тедди Тока, Анука Котя, Ольга, Тока Минералка, Балзан, Китти Кэт, Кира, Вару, Саша, Котик Любя, Няшка Нурайка, Лида, Саша, Виктория, Тока Какао, Карина, Мила, привет Элина, Семья ТВ, Аделина и Тока Гуиля. Как вы могли заметить, я передала привет очень многим людям, и я очень старалась. Так что, во-первых, прошу прощения, если неправильно прочитала чей-то ник. А во-вторых, если вы не попали в это видео, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что будут еще такие игры. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.